Чечня, где 10-е сутки действует чрезвычайное положение, а в западной части и военное положение пока остается спокойной. Однако приведение российских войск в зоне конфликта в повышенную боевую готовность насторожило и командиров чеченских вооруженных формирований, занимающих сейчас позиции на линии селений Самашки, Ачхой, Мартан. Представитель вооруженных сил Чечни заявил, что есть сведения о возможных сегодня-завтра провокациях в зоне разъединения войск.